Привет, дорогие друзья и подписчики! Сегодня мы с вами находимся в Одессе, возле дома Русова. Специально решил показать его, потому что все мне говорят, что я показываю только руины, показываю только то, что рушится, не показывают реставрированное. Итак, сейчас мы вам покажем ближе дом Русова. От вас, пожалуйста, вы не забывайте подписаться на наш канал, поставить нам лайк. Я вам покажу сначала издалека, как все это красиво выглядит, скажем так, далеко. И приближу некоторые моменты, которые после реконструкции, к сожалению, не устранили. Напомню, реконструкция дома Русова обошлась в 106 миллионов гривен нашему городу и, к сожалению, не доведена до конца. На данный момент ведутся работы внутри, фасад вроде бы как был сдан, ну а теперь дальше смотрите сами, что с этого всего получилось. К сожалению, печальная картина. Такая реставрация происходит по всему городу, и к чему она приведет, вы сами, думаю, знаете и помните про дом, допустим, с длинным балконом, наш репортаж. Итак, смотрите дальше.